Жители новостройки по улице Петрова беспокоятся, что их дом рухнет. На балконе одного из верхних этажей жилого комплекса «Орбита» пошли трещины. Жильцы въехали сюда в 2012 году, но официально дом так и не был сдан в эксплуатацию. Недобросовестный застройщик построил в доме 6 лишних этажей, которые необходимо было снести, но к тому времени там уже жили люди. По словам экспертов, фундамент здания не был готов к дополнительной нагрузке. Это и могло стать причиной появившихся трещин. У этого жилого комплекса есть еще одна проблема. С фасада падает облицовочная плитка. А рядом находится школа, и родители опасаются за безопасность детей. В акимате Нурсултана сообщили, что сейчас проводят техобследование многоэтажки. Вы видите состояние нашего дома. Плиты всегда падают. В один день прямо передо мной обрушился кафель. Если, не дай бог, упадет кому-нибудь на голову, кто понесет за это ответственность? Мы приобрели квартиру в 2013 году и до сих пор не получили документ. Живем уже 6 лет, платим исправно налог, коммунальные службы и так далее. Но посмотрите на состояние нашего дома. Имеется план мероприятий, в рамках которого планируется провести усиление конструкций этого дома, замену фасада и, соответственно, ввод в эксплуатацию. За счет резерва акимата, чрезвычайного резерва акимата, уже выделено 23 миллиона тенге на оформление проектной технической вот этой документации.